8 наград на чемпионате и первенстве области по легкой атлетике завоевали димитровградские спортсмены. Чемпионом в тройном прыжке стала Александра Буткевичус. Евгения Радченко заняла первое место в метании копья. 2 золотые награды на соревнованиях завоевал Ярослав Нютин в тройном прыжке и прыжке в длину. Наши девушки выиграли и эстафету 4 по 100 метров. Юноши стали третьими. Бронзу на дистанции 100 метров завоевала Елена Кондрашкина, а Василий Стенгин стал вторым.